Всем привет! Доду влог. Вы на канале Владислав Завгородний. Мы сейчас идем доснимать клип на кладбище. Вон церковь. Не знаю, видно ее или нет, но я думаю, что видно. Потому что вчера я вам ее так долго не показал, и вы ее не увидели. В общем, вот. Да, и также повторяю это слово, вернее, почти целых 10 слов, повторяю, на 50 подписчиков. Мои видео будут выходить раз в месяц, так что подпишись на мой канал, и больше ничего не надо. Теперь по поводу клипа «Спасательный круг». Мы его сняли, я его выложил, но сейчас я иду доснимать припев, перемонтирую этот клип. Поэтому вам нужно будет всего лишь досмотреть этот клип снова до конца. И все, и больше ничего не надо. Просто досмотреть этот клип нужно будет до самого конца или перемотать снова в конец. Если на том видео наберется хотя бы 20 просмотров, то следующий месяц не будет никакого музыкального видео. А если не наберется на нем 20 просмотров, то эти видео музыкальные так и будут выходить. В общем, так. Так что давайте наберем 20 просмотров, и на нем не будет, и на канал этот не будет выходить ни одно музыкальное видео целый месяц. Это за 20 просмотров. Если оно не наберет 20 просмотров, то музыкальные видео так и будут выходить. Ну и что ж, вон церковь. Вон стоит. Вам должно быть ее видно. В общем, всем пока. Увидимся в следующем додувлоге. Во втором додувлоге, который будет уже после клипа. И также в этот додувлог, во второй, я вставлю съемки клипа «Спасательный круг». Возможно, старые и новые. Короче, всем пока.